президента Литвы Дали Грибаускайте есть личная причина не любить Россию, заявил в эксклюзивном интервью Спутника Литва журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман. Если говорить о нынешнем президенте Литвы, то у нее есть личная причина желать всего недоброго России, в том числе и самых разнообразных пакостей, связанных с Украиной, рассказал Вассерман. Как известно, Дали Грибаускайте в советское время была не просто комсомолкой и активисткой, но и негласной сотрудницей госбезопасности СССР, напомнил журналист. Он подчеркнул, что в тот исторический период это означало в первую очередь доносительство о неблагонадежности своих коллег, по его мнению. Сейчас ей неприятно вспоминать о тех годах. Вот она и пытается выбить эти воспоминания как из своей головы, так и из массового общественного сознания в семье, способами демонстрируя свою нелюбовь ко всему русскому. У нее советская эпоха ассоциируется с Россией со всеми вытекающими последствиями, заключил Вассерман. Дали Грибаускайте занимает пост президента Литвы с 2009 года. В 2014 году она была переизбрана на эту должность. Литовский лидер известен своей антироссийской позицией. В частности, Грибаускайте не раз обвиняла Москву в подготовке агрессии против Балтийских республик и стран Запада. Россия эти обвинения категорически отвергает. Грибаускайте также выступает против строительства газопровода «Северный поток-2», заявляя, что он якобы противоречит целям ЕС и повысит зависимость Европы от российского газа. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подпишитесь на канал, оставляйте комментарии, друзья.